Термины «интернет вещей» и «большие данные» сегодня у всех на слуху. Компания IBM вложила более 200 миллионов долларов в открытие коллаборатории интернета вещей в Мюнхене. А эксперты всерьез спорят, как скоро нам придется конкурировать за рабочие места с роботами. Все это обсуждали на IBM Watson Summit в Москве. Перед нами стоит яма. Мы это видим. Уровень жизни на планете растет. Рождаемость, в принципе, в разных странах казачества даже сокращается. Мы планомерно продвигаемся к яме. Кто будет кормить население? Роботы. Расскажи про Марс. Только я знаю несколько сущностей с таким именем. Четвертый ряд солнца планеты Солнечной системы. Бог римского пантеона. Интернет вещей, мы должны понимать, что это колоссальное увеличение количества участников обмена информацией. Но если подумать, то каждый из нас является объектом интернета вещей, потому что если у вас есть смартфон, то вы уже объект интернета вещей. Пример BMW – это наш самый первый, наверное, флагманский заказчик, который делал у себя автоматизацию на основе больших данных для установки литья головок цилиндров. И буквально за первые 12 недель удалось снизить брак на 20%. Это официальные данные. Давайте возьмем сельское хозяйство. У вас ферма, у вас есть склад. На этом складе вы храните готовую собранную продукцию с полей. А что там происходит? Как лежит эта готовая продукция? А повышается ли температура? Для того, чтобы понять, что там происходит, достаточно чуть-чуть добавить на этот склад датчиков, а потом собирать с них информацию. И вы будете прозрачно видеть, что, например, вот из этого сегмента склада сейчас продукцию надо уже продавать. Очень актуальным становится вопрос защиты интернет-вещей. И мы видим угрозу, как связанную со взломом самих технологий интернет-вещей, взломом камер, технологий умного дома, автомобилей. В конце 2016 года была атака на западное побережье Соединенных Штатов Америки, когда были выведены из строя несколько крупных интернет-провайдеров, что повлекло за собой отключение интернета, по сути, всего западного побережья. И эта атака была организована с помощью умных чайников, холодильников и камер видеонаблюдения.